Один из форматов использования данного пространства является организация стажировок. Реализация стажировок предполагается в формате двух направлений. Часть стажировок в новом центре будут проводиться под контролем менторов, то есть профессиональных наставников, другие в командах. Перед курсами педагоги пройдут тестирование, чтобы специалисты смогли выявить пробелы в знаниях. Проблемы у педагогов возникают буквально постоянно, потому что эта проблема могут быть и психолого-педагогического характера, методологического характера, проблемы даже чисто технические, потому что у нас сейчас школы и вообще образовательные организации очень интенсивно насыщаются новым оборудованием, которое нужно учиться использовать эффективно в образовательном процессе. По закону проходить профессиональную переподготовку педагогам необходимо раз в 3 года. В реальности повышение квалификации должны проводить намного чаще. В прошлом году в Челябинске уже открыли один подобный центр, но мощности учреждения не хватало для всех учителей. Важно, что это создано сегодня на базе государственного учреждения. Эту нишу очень много пытались занять коммерческие структуры, которые, так сказать, заходили и запрашивали большие деньги с точки зрения оценки квалификации, возможности повышения квалификации. Отправлять на стажировки людей будут не только по приказу директора. Заявить о своем желании подучиться могут и сами учителя. Тогда после тестирования для каждого педагога составят индивидуальный план обучения, а время занятий подгонят под график уроков в школе. Дмитрий Бачко, Андрей Грищук, 31 канал.